Привет всем, мои друзья, кто смотрит меня. У нас сегодня 18 апреля. Хорошая погодка. С вами Ставрополь, с вами Наталья. Покажу вам мои кактусики разные. И хинопсисы, и лабивии. Там дальше другие натокактусы. Я их уже вынесла на свежий воздух. Они уже дышат у меня. От солнца, от яркого я пока их прикрываю, потому что они были в подвале и могут обжечься. Так что они у меня уже загорают. Мои агавки тоже уже на свежем воздухе. Они уже давно на воздухе. Они уже более-менее адаптировались, хотя я тоже прикрываю от лишнего яркого солнца. Немножко они запылились за время зимовки. Ну, ничего страшного, пройдет небольшой дождик. Я позволю им немножко помыться под дождем, потому что обычно я закрываю от излишних осадков, накидываю на них пленку. У нас здесь такая специальная конструкция. Пленка сверху накидывается, чтобы им было хорошо. Инжирчики. Инжирчики мои тоже меня этой весной радуют. Показали бребы даже те сорта, которые до этого не показывали, либо сбрасывали бребы. Но если раньше бребы, которые хотели сброситься, они становились такими желтыми, какими-то мягкими, то в этот раз держатся крепко. Зелененькие, крепкие. Это сары обширонский сорт. Желтый бакинский, сары обширонский. Вот у него такие бребы. Крымский черный. Тоже показал мне хорошую ягодку. Хорошие плоды. И вот еще маленькие-маленькие тоже будут. Латарула или фиг бланш. Тоже есть одна бребочка. Может, даже не одна. У меня два растения. Ну, вот еще поменьше. Вот еще. Это просто самая большая, самая первая показалась бреба. Вот. Вот еще какой инжир я вам хотела показать. Смотрите, какие бребы наливаются на русском богатыре. Вот такой сорт. Кто смотрит мои видео, тот уже знает его. В этом году он прямо гроздь показал мне бреб. Ну, в принципе, ради бреб он у меня и есть, потому что основной урожай у нас не будет, потому что у нас нету осы бластофаги. Будем следить за развитием этих плодиков. А это моя красавица, золотистая смородина. Такой аромат стоит. Красота. Очень мне нравится это растение. Она и цветет красиво, пахнет. И плоды у нее есть каждый год. И она у меня крупноплодная. У нее овальные такие плодики. Очень урожайный сорт. Ну, хорошо, друзья. Я рада, что меня кто-то смотрит. Всем вам приветы. Хорошей вам весны. Пока.